Всем привет! Вот и нас решил посетить зима под конец января. Пойдемте посмотрим, что делают мои свинята. Свинята — это мини-мясные курицы. Не расстраивайтесь, скоро опять будет тепло. Сегодня уже плюс один обещают. И в феврале уже будет плюс. Снег идет классно. А мои свинята живут в теплице. Почему свинята, сейчас увидите. Смотрите, какие грязнючие все. Солому им стелишь, они ее скидывают в проход вот сюда и продолжают рыть землю. И копаются, как в теплый период, в грязи они, в пыли вернее, моются. Но тут они моются в грязи. Все себя хорошо чувствуют. А по соседству у них индюки живут. С петухом. Чё, яйца есть у вас? Привет. Яйца есть? Можно я посмотрю? Начал собирать яйца на инкубацию мини-мясных. Дай глянуть. Ничего нету. Ну садись. Пойдем в другое гнездо смотреть. А здесь что у нас? Курица. Привет, курица. Яйца есть? Есть яйца-то? Дай залезу. Ай! Есть одно. Но я хожу несколько... Я хожу несколько раз в день, собираю, чтобы они не переохладились. А то переохладятся, из них никто не вылупится. Сейчас наберу штук 30-40 и положу на инкубацию. Через 21 день будут цыплятки. Вот этих красавчиков продаю. И постоянно звонят то ли азербайджанцы, то ли еще кто-то. Не знаю. Короче, просят их продать. Говорят, продайте на вес. Я говорю, вы очумели? Несмотря на то, что им уже сколько вам? Месяцев 9, наверное. Но кушать их еще рано. Они еще достаточно костлявые. Потому что растут они, не знаю, полтора года, наверное. А это новенький селезень. Видите, какое лицо у него красное? Уже бегает за утками. Мускусный вот так мой. У соседей взял, чтобы своих всех пустить на мясо. А этот будет главным вожаком. И вот этого тоже нужно убирать. А этот индюк живет здесь, потому что со своим братом он дерется. Какая красивая утка. А вот эти старенькие утки у меня две. А еще одна сидит. Да, вы не смотрите, что здесь нет воды. Я им поставил на улицу свинячит, они с этой водой. Не успеваешь соломом стелить. Постоянно все мокрое. Вот еще одна сидит. Тут сидит у нас шапка. Шапка, привет. Ну не психуй. Несутся. Несутся они у меня. Вон сколько у них яиц.
Но это малая часть того, что я собираю. Их очень много. Пока сидеть. Я им не даю. Короче, я не даю им сидеть на яйцах, потому что холодно и девать их некуда будет. Если только выведутся и продать. Вот такие сегодня у нас дела. Сегодня пятница. Ждем гостей. Вечером будем делать хинкали. Это мои любимые суслики. Помашите ручкой, скажите всем пока. Всем пока. Пишите, что происходит у вас.